Дети сегодня обсуждают далеко не детские проблемы, создают и воплощают в жизнь проекты как развлекательно-познавательного, так и патриотического толка. Детская общественная палата решает вопросы в школах, в муниципалитетах, и не зря у нас есть наш слоган «Решаем детские вопросы по-взрослому». Это получается уже 4-й съезд, и получается, нашей детской общественной палате вот уже будет 5 лет. То есть у нас в октябре будет проходить крупное такое мероприятие, называется «Фестиваль Бродвея в кармане». Всех желающих приглашаем на него, то есть умеете петь, танцевать, рисовать, вышивать, все что угодно. Своими руками сделать цветок из металла, или голландскую косичку, или сшить из фетра значок по мотивам комиксов. Мастером быть не обязательно. «Бродвей в кармане» – особенный проект детской общественной палаты. Его догма – это не конкурс. Комиссия не проводит отбор и с радостью принимает каждую заявку на участие. Детская общественная палата реализует много проектов, связанных с патриотическим направлением. Мы стараемся, чтобы ребята не забывали о героях, об истории родного края. Например, в этом году у нас прошел конкурс эссе «Люблю тебя, мой край симбирский». Всего на стол жюри легла 151 работа, победили 12 учеников из разных районов Ульяновской области. За время своего существования детская общественная палата зарекомендовала себя как действенный инструмент повышения социальной активности молодежи. Перед тем, как подвести итоги и оценить события года, найти поводы для гордости, юных общественников поприветствовали старшие коллеги. Стараемся быть на вас чем-то похожи. Конечно, нам уже не получится быть членами детской общественной палаты. Вам еще, у вас все впереди, но глядя на вас, мы становимся душой моложе и активнее. 4 года – это все хороший срок для того, чтобы сказать, что как у самолета разбег закончен, пора взлетать. Менять мир, делать его лучше, возможно, ну, конечно, может быть, и каждому под силу, но все-таки, возможно, вместе это будет сильнее и лучше. Вы умеете работать в команде, и это еще раз доказывает, что вы на правильном пути, и у вас обязательно будет результат. Вместе у нас все получится. Классно. Умеют работать в команде и активно набирают в свои ряды последователей. За прошлый год детская общественная палата провела 12 заседаний, организовала 13 акций различных направленностей с охватом более 25 тысяч человек. Среди них такие, как «Щедрый вторник». Рассказывали населению, как уберечься от мошенников. Акция ко Дню матери. Открытка для мамы. Моя самая любимая акция, не постесняюсь этого слова, спасибо врачам. Это акция, где мы в видеороликах благодарили работников медицинских служб за их непомерный труд в такое тяжелое для нас всех время. Акция к 23 февраля «Защитим память героев», «Свеча памяти» и другие. Глядя на юных общественников, взрослые учатся находить радость в настоящем моменте, не оглядываясь на канувшее в забвение прошлое и не живя в иллюзорном будущем. Задавать вопросы, смотреть на вещи по-новому, мечтать и действовать. Павел Петряков, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.